Сегодня медики принимали пациентов прямо на улице. Акция «Аллея здоровья» дала возможность горожанам проверить сердце и сосуды в самом центре города. Вот и Татьяна Цыденовна не смогла пройти мимо такой возможности. Раз такая мне выдалась возможность проверить здоровье, почему бы и нет? Аллея здоровья в ритме сердца позволила всем желающим измерить артериальное давление, проверить состояние своих сосудов и получить консультацию врачей – кардиолога, стоматолога, диетолога, пульмонолога и других специалистов. Сегодня проходит акция, которая называется «Аллея здоровья». Эта акция проводится Комитетом по социальной политике и городским центром медицинской профилактики ежегодно. Это стало уже доброй традицией. Поднять настроение горожанам помогла танцевальная зарядка и мастер-классы по ушу и йоге. Но случай с Татьяной Цыденовной показывает, что можно держать себя в форме и без специальной физкультуры. Биологически 40 лет, а мне 63 года. В общем, мне аж понравилось. Ну, здоровый образ жизни, как ведете. Я говорю, я тоже согласна. Ну, а вы на самом деле ведете здоровый образ жизни? Да. А что вы делаете? Ой, я с утра до вечера на огороде. По словам организаторов, сохранить здоровье сердца и сосудов можно благодаря правильному и подвижному образу жизни и полному отказу от вредных привычек. Ирина Ревенская, Лена Темникова и Виктор Иланцев. Новости дня.